Известно, что лучший способ засекретить – это заставить не верить. И, возможно, были затрачены огромные силы и средства, чтобы все эти технологии обычные люди воспринимали как дешевую мистику и лженауку. Потому что есть люди, которые не только верят, но и знают, и давно используют сокрушительные силы бездны, ведя тайные войны или добиваясь своих личных целей.